Одной из важнейших проблем общества всегда было воспитание подрастающего поколения, особенно когда само общество находится на переходном этапе развития, когда меняются ценности и нравственные ориентиры, актуальность данного вопроса в разы возрастает. Вот тогда помощь старшего поколения в воспитании молодежи особо значима. Сегодня мы проводим собрание вместе с членами клуба «Назирке». Цель данного клуба – воспитать в наших девочках этику общения, отношение к окружающим и познакомить их с традициями и обычаями. Значение городского общественного объединения «Аналлагаты» в обществе Кибастуза очень велико. К примеру, в этот раз бабушки в Доме дружбы собрали учащихся школ и рассказали им об особенностях переходного возраста и о значении 12-летнего жизненного цикла «Мшельжас». На сегодняшнее мероприятие мы пригласили девочек 12-13 лет, так как именно им будет интересна тема о значении 12-летнего жизненного цикла. В этот период проявляются особенности в характере и поведении человека. Они должны об этом знать. Переходный возраст – довольно сложный период, так как у подростка появляются изменения не только в физическом, но и эмоциональном плане, а вместе с этим появляются и новые проблемы. Поэтому в этот период особо значима и роль психологов в учебных заведениях. От нас самих зависит, как мы переживем переходный возраст. В этот период самое главное – проявлять терпение, не давать волю эмоциям. Всегда терпеливо и спокойно относиться ко всему происходящему вокруг. Ведь хороший человек притягивает к себе добро. Далее члены объединения направились во вторую общеобразовательную школу, где познакомили школьников с национальной традицией о том, как новоиспеченная невестка должна называть родственников мужа.